где применяем помпу, а где лососные машины. Лососные машины — какие-то небольшие топления, куда заехать, выключить, и невозможно сбросить никуда. То есть нужно куда-то отвезти и гребневку сбросить. Помпы, насосные машины, другое необходимое для ликвидации паводков оборудование в наличии и готово к использованию. Начиная от мотопомп с запасом рукавов для откачки воды с подтопленных территорий. Это лодка с мотором, с средствами спасения на воде. В случае необходимости также можно задействовать. Это гидравлический аварийно-спасательный инструмент, механизированный инструмент. За последние 5 лет в Одинцовском округе произошло около 25 серьезных подтоплений. Алгоритм действий в таких ситуациях один. Сигнал поступает на номер 112 и дальше передается экстренным службам. В случае необходимости на место приедут не только спасатели, но и пожарные, и даже водолазы. Мы можем приезжать туда для непосредственной откачки. То есть либо при помощи насоса на пожарной машине, он у нас сзади находится, в заднем отсеке, или вот до таких небольших переносных устройств, как вот мотопомпа. Чтобы выезжать, никуда не пришлось. Сейчас активно вывозят снег, прочищают коллекторы, ливневки и трубы. Особое внимание ЖК «Ракитня» в Звенигороде. Дамбу уже усилили. Ее высота достигла 4 метров, ширина около 6. Натиск воды в этом году она выдержать должна. За 23-й год удалось три точки ликвидировать. Это на дворовых территориях Коврова 38. Силами МБУ УГХ было построено фактически там 100 метров ливневки. Поставлен дождеприемный колодец, вода теперь там уходит. Садовые 10. Абсолютно такая же ситуация. Поставили два колодца и сделали врезку в магистраль в микрорайоне Пронина. Возможно, ливневка появится и в Ракитне. В планах на этот год ее проектирование. В любом случае, за уровнем воды в горячих точках округа будут следить внимательно и постоянно. Основная работа — спасать кого-то по итогам отопления, а максимум приложить усилия для того, чтобы этого не произошло. Глава округа подчеркнул, если все же ситуация выходит из-под контроля, терять время не стоит. Лучше сразу сообщить по номеру 112, чтобы как можно раньше за дело взялись экстренные службы. Евгения Августина, Карина Еряшева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».